Так, Алена, присев на лавочке, отдохнуть вот здесь, в нашем любимом Нью-Камине, распаковывает дедушку. Вот, он может ногами двигать. Сувенир. Какой интересный мужчина. Он обязательно должен притянуть удачу. Да. Пахнет деревом? Не знаю. Крашеным. А ну, понюхаю. Ой, пахнет. Деревянный дед. Ну, ручки у него пластмассовые. Не, дерево. Тоже дерево? Дерево, все дерево. Вот, супер. А вот девочка. Ой, да он дешевый, надо было всю семью брать. Дедушку, девочку. Надо было и бабушку, и папу, и брата, и младшую сестру, кого мы там видели. Ой, вот, как, а какой... у нее вот заколка такая. Ой, а нет, на... завтра же пойдем и купим. Все, за 20 крон грех не купить. Такая вот роскошь. Они. Ой, какая прелесть. А ну, дай-ка. Да ну, что это такое, старый. Он старый для нее. Он для нее очень старый.